Михаил, вот ваш основной проект – это центр реабилитации детей после онкологии «Шеридарь». Как вы к нему пришли, к этому проекту? Почему именно туда потянуло сердце? Обстоятельства. Все хорошее в этой жизни происходит случайно, по моему убеждению. Близкие мне люди, которые вместе со мной занимались благотворительностью, просто еще, может быть, я еще даже и не знал, что такое реабилитация, они мне уже говорили, что нужно строить реабилитационный центр. У меня тогда была, в нашей компании была в собственности земля, и на ней были здания, и вот на этой земле мы начали строить реабилитационный центр. И попозже я просто понял, что реабилитация – это то, что у нас в стране находится в зачаточном состоянии, поездив по миру, почувствовал, насколько это важно. Вы совершенно правильно говорили, что это огромный стресс, который ребенок переживает. Это как тюрьма, хуже тюрьмы. Извините за такое печальное сравнение. Его изолируют от общества, ему делают больно. Больше того, он не знает срока, когда он выйдет на свободу. И больше того, он вообще не уверен в том, что он выживет там. Это огромный стресс. И у него забирают коллектив, ему общаться со сверстниками очень трудно. Поэтому, когда он выходит из этих четырех стен больничной палаты, как правило, он не может вписаться в детский коллектив в школе. И если ребенку не помочь, это займет годы. Если помочь, это займет недели.